Накануне на стадионе «Динамо» волейболисты «Урала» сыграли с чемпионом казанским «Зенитом» в рамках второго тура чемпионата России. В составе татарской команды теперь выступают трое экс-уральцев – Алексей Вербов, Андрей Ащев и один из самых эксцентричных и скандальных волейболистов страны – Алексей Спиридонов. Уфимцы на своей площадке не смогли переиграть «Зенит». Первые две партии остались за соперником. В третьей «Уралу» удалось зацепиться за сет. Четвертая партия была за «Зенитом». 3-1 – победа казанцев. Матч вообще, можно сказать, что первые две партии, может быть, переволновались. Где-нибудь в какой-то момент был мандраж. Но потом сумели преодолеть это. И две уже последние сыграли. В принципе, поменьше делали своих ошибок. Но все равно соперник именитый. Меньше ошибался, чем мы. И они победили. Они сами по себе являются очень серьезным раздражителем. Играть с ними в плане мотивации очень легко. Ну, вы знаете, я не знаю, как против «Урала» играть. Мне вообще что-то тяжело играется, потому что только вернулся со сборной. Толком почти не тренировался с новой командой, поэтому еще в таком, наверное, игры, тренировки в плане притирки, потому что подтираются друг к другу, все-таки команда с листа все равно. Для меня это новый клуб, новые амбиции, поэтому пока не все так просто дается. Следующий тур «Урала» пройдет 12 октября в Новом Уренгое против «Факела». Альфия Ильясова, Роман Нагуманов, телеканал ЮТВ.